У нас сегодня необычное пюре вот такое. Из арбуза, банана, тыквы, кураги. Чуть-чуть чернослива добавили. Примерно 5 абрикосиков, кураги, штучек. Кусочек арбуза побольше. Серединку вырезали без косточек. Пол банана, целый банан. Небольшую дольку тыквы. Залили медовой водой или апельсиновым соком, перекрутили, получили вкуснейшее пюре такое. Конечно, ингредиентов многовато, можно и поменьше какие-то не использовать. Не больше 3 лучше всего использовать, но так вкусно получилось вообще в целом. Усваивается лучше, когда меньше ингредиентов. Мы напекали всего, но ничего, вкусненько вышло зато. Такой вариант.